Приветствую всех, кто смотрит это видео. Вас, дорогие мои постоянные зрители, вас, кто совсем недавно присоединился к нашим прогулкам, и вас, кто случайно зашел на огонек. 15 августа – это середина месяца. Как я вам уже рассказывала, в Италии в августе почти все итальянцы идут в отпуск. С небольшой разницей. Кто-то в начале августа, а кто-то с середины августа. Например, Рим заметно пустеет, и много магазинов и организаций в это время закрыты. Самый пик отпусков приходится на 15 августа. И в этот же день итальянцы празднуют праздник Ферагосто. Сначала этот праздник праздновался в сентябре и был приурочен к окончанию сезона летних работ. Потом его перенесли на август и назвали в честь римского императора Октавиана Августа. Вы же знаете, что месяц август носит имя первого императора Рима. В Древнем Риме этот праздник праздновался очень пышно, столы ломились от изобилия продуктов и напитков. В середине 17 века в августе на площади Навона папа Иннокентий X и его невестка Олимпия, которую мы часто называем Пимпаччо, торжественно открыли обычай озера площади Навона. Сток воды в фонтанах закрывали, вода переполняла чаши и выбегала через края. Так площадь превращалась в озеро, где дети и взрослые купались и развлекались. Этот праздник дошел и до 21 века. Итальянцы празднуют его каждый год в большой компании друзей и родственников. В каждом регионе Италии есть свои традиции празднования Ферагосто, но объединяет их массовое гуляние и пышные застолья. Мы сегодня будем отмечать праздник вместе с нашими родственниками, которые живут в регионе Абруццо. Сейчас мы едем на озеро Турано, где будем жарить аросточини – это такие небольшие шашлычки на деревянных шпажках, приготовленные из баранины. И, конечно же, будем жарить вкусные сальсиччи. Нас было где-то 40 человек, и на 40 человек было куплено 450 аросточини. Их было так много, что для их приготовления были задействованы и дети. Отбрось мой пас. За разговорами время пролетело незаметно. Наш праздничный обед затянулся до 5 часов. А аросточини почти все съели, теперь пришло время готовить сальсиччи. Браво! Ma che è sta cosa? Porca miseria! Ci stiamo mangiando tutti noi due!
50-50, știi ce zic, maniară. Tot, m-a tocat să le vin. Va, gira. В конце мы выпили шампанское. Это наша с мужем традиция. Мы каждый раз 15 августа на этот праздник привозим еще и шампанское, чтобы еще раз поднять бокалы за мое здоровье и не так давно прошедший день рождения. Grazie. No, grazie. Volete? Ok, vieni. Ma chi Marco? Volete? No, grazie. Дорогие друзья, я тут недавно заглянула на мой PayPal, а там столько подарков на день рождения от вас и благодарности за видео. Благодарю вас каждого лично. Эти деньги я обязательно потрачу на интересное путешествие. После обеда мы немного погуляли, убрали за собой территорию и разъехались по домам. Это видео, скорее всего, подходит для домашнего архива, но я решила поделиться им с вами. Наша Сиси просто обожает плавать. Yeah,